Симптомы ВИЧ у женщин. Благодаря особенностям строения женского организма, женщины и девушки чаще имеют сниженный иммунитет из-за воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Прекрасный пол имеет большую возможность заразиться ВИЧ, чем мужчины. Не зря же говорят, что возбудители многих болезней, туберкулеза, СПИДа и т.д., дремлют в организме и ждут своего часа. Как только иммунитет ослабляется в результате тяжелого заболевания или нескольких легких, тут симптомы СПИД и проявляются. Это бывает как у женщин, так и у мужчин. А чем отличаются симптомы ВИЧ у женщин и как проявляются ВИЧ-симптомы у мужчин, читайте на ссылке под видео. Какие же симптомы ВИЧ чаще проявляются у женщин? Перечислим. Частые вагинальные инфекции. Нерегулярные месячные. Инфекции и воспаление тазовых органов. Увеличение и уплотнение лимфатических узлов. Язвы на половых органах. Герпес или грибковые инфекции ротовой полости. Генитальные бородавки. Аномальные мазки шейки матки. Эти симптомы ВИЧ могут проявляться не все, а частично. Могут быть отчетливыми, а могут и неярко выраженными. Женщины, если вы нашли у себя несколько симптомов ВИЧ из этого списка, сходите на экспресс-тест, не майтесь. Зато будете спокойно спать, особенно если результат отрицательный. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.